Пятилетнего мальчика из Москвы, пропавшего больше года назад, нашли в Могилевском районе. Ребенок пропал вместе со своей матерью. Их искали по всей России. В МВД всерьез обеспокоились за жизнь мальчика, как только узнали, что его мама могла примкнуть к секте под названием «Вселенская любовь». И речь здесь идет далеко не о душевных чувствах. Пятилетний Яков Зиборов мог подвергнуться насилию. Следователи также не исключали версию похищения и убийства. За помощью в поисках обратились к белорусским коллегам. Ребенка нашли на трассе Минск-Могилев в машине с мужчиной. Состояние ребенка удовлетворительное. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. И в ближайшее время он будет передан родственникам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства нахождения его на территории Республики Беларусь. Работает следственно-оперативная группа. С ребенком будут работать психологи для оценки его состояния. Яков мог быть не единственным ребенком, вовлеченным в секту. Сейчас мальчик находится в приюте в Могилеве.